Министерство обороны Украины усилило охрану военных арсеналов. Цель – не допустить хищения оружия и боеприпасов. Личный состав охраны усиливают частями десантных войск. Одновременно исполняющий обязанности министра обороны Павел Лебедев заявил, армию не привлекают к урегулированию политического кризиса, а вооруженные силы Украины находятся в местах своей дислокации и функционируют в штатном режиме.